Здравствуйте, дорогие мои подписчики. И вот мы с вами на фестивале. Вот, в национальной одежде поют старинные песни. Вот так вот, видите, одетые они. Там вдалеке сцена, и сейчас мы с вами идем, смотрим, что предлагает нам фестиваль Людовый. Вот плетут корзины с лозы. Вот ловицкие ветинанки. Видите? Это их. Это скульптор. Но до той поры есть заурочен этом старом церковном. И вот цветочки какие красивые с керамики. Вот художники людовые. Знаете, как вот это у нас на Украине есть такая художница была. Вот такие вот картины рисовала. Вот фриволитка. Не знаю, как называется по-украински. По-польски называется фриволитка. Это крючком изделие. Гончарные изделия для дома. Творче культування традиції 68-го року. Видите, з дерева вирізають. І отак ось весь ринок уставлен такими. А от сцена, на которой виступають творці людові. Там сидить комісія. І потім достають премию за это, за все. Он, видите, написано «Огольнопольский фестиваль капели спеваков людовых». Вот цветы из стружки, с древняной стружки цветы. Вот такие на огурке. Гончарные выробы. А вот смотрите, вот женщина сидит в национальном костюме. Прошу пана, а який у пани костюм тен? Кашубы чи что-то? Не, лович. А, лович, ну. Лович. Видите, какая красота. То мają зробić, а dużo jeszcze костюмов. A wie pani, czym się wyróżniają te kostiumy? Nie wiem. Nie wiem, no to wyróżniają się tymi różami. Cały rozum. Вот видите, какая jest пани та, красавица. Та. Это старовинный костюм, так? Старый костюм те. Старый, старый. I później w okolice Łowicza, z lewej, z prawej strony, ze środka to się różnią paskami. Takie paski. До того доходом паски барди бордове, барди помаранчове и жовте. Спеціальне одружняється, розняться тем. Каждое село, вот, и вот такие вот робят. Это гофрированная бумага по-нашему, а по-польски это пигулка. Вот видите, анёлки, салфеток. Ну, да. Ну, красивая, очень красивая. Это тканая. Да. А вот тоже вышитая. Или ткатая, или вышитая. Вот ручное качество дорожки. Вот тоже вот эти вот, что я вам показывала, костюмы.
Вот Лавицкие, видите, шали красивые. Смотрите, какая красивая шаль. Вот, сделанная вот так вот Ришелье. Бусы. Это тоже вот ручное шерсти тканые, такие специальные, ихние людовые. Людовый, это значит народный. Вот. И всякие вот так художники, скульпторы, которые на дереве это все. Вот тоже вот костюм у пани Лович. Видите, и там вот игрушки ихние, все это Славича. А вот скульптура древняная. И тоже цветы с этой бумаги. Вот смотрите, это уже резбляри. Красота. И вот на криволитках, которые делают салфетки. Вот занавесочки такие, воротнички. Ну вот немножко вам показала, в следующем видео покажу вам больше.